Мы находимся на первом железнодорожном вокзале города Кракова. Первый поезд здесь пошел в октябре 1847 года. И Оноре и Бальзак, да, вы не ослышались, Оноре и Бальзак был в Кракове, Оноре и Бальзак всего лишь на месяц раньше приезжал в Краков, поэтому этим железнодорожным вокзалом воспользоваться не мог. Он сюда приехал на почтовом дилижансе. Вот. А раз уж мы с вами на вокзале, то пару слов про него. Первая железная дорога, которая соединила Краков, она шла от Верхней Силезии. Верхняя Силезия — это сейчас это город Катовицы, тогда города Катовицы не было, и Верхняя Силезия вся принадлежала у нас Пруссии. Вот. То есть она, получается, соединила Пруссию, а Краков в 47-м году, в 1847 году, принадлежал Австрийской империи. То есть Пруссию и Австрию соединила эта железная дорога. Но Бальзак все-таки воспользовался этим замечательным вокзалом. Дело в том, что приезжал он в Краков не один раз. Как я уже говорила, был он здесь у нас в 47-м, потом в 48-м году и в 50-м. В 50-м уже точно он с этого вокзала уезжал к себе в Париж. И уже не один. И вот тут как раз можно ответить на вопрос, что же Бальзак делал у нас в Кракове. Конечно же, ну, как конечно, не Краков был целью его путешествия. Целью его путешествия было далекое поместье, расположенное, тогда это называлось Киевская губерния Российской империи, поместье под названием Верховня. Там жила помещица, полька, правда, русская подданная, тогда эта территория Российской империи принадлежала, звали ее Эвелина Ганьска. Ганьска – это ее фамилия по мужу, по ее девическая фамилия Живузская. Живузский – вообще знаменитый польский род. Например, сестра Эвелины, Каролина, была знакома с Пушкиным, вдохновляла Мицкевича и вообще была агенткой русской секретной полиции, тайной полиции. Да, такие перипетии. А брат Каролины и Эвелины был польским писателем. Кто же такая была эта Эвелина Ганьска, который так далеко из Парижа в далекую Верховню, в Киевскую губернию, ехал Оноре Бальзак, уже известный на тот момент французский писатель, основатель направления реализм. Зачем же он туда ехал? Дело в том, что эта Эвелина Ганьска, очень образованная женщина, уже очень давно писала Бальзаку письма. Да такие грамотные, да такие воодушевляющие, что Бальзак воспылал к ней любовью. Они через год после начала этой переписки встретились даже. У нее еще был живой муж, они встретились в Швейцарии. Ну и Бальзак понял, что это любовь. Она, видимо, тоже поняла. Дальше они еще переписывались, иногда встречались в разных странах. А потом ее муж умер. Ее муж умер, и она, по сути, была свободна выйти замуж за Бальзака, о чем он ей немедленно и сообщил, что приглашает ее замуж. Но проблема была одна и очень серьезная. Проблема была в том, что она была российской подданной. Получается, собиралась выйти замуж за иностранца. И по законам того времени все ее имущество в таком случае отходило в казну Российской империи, а у нее была дочь. И она, конечно же, хотела бы оставить наследство дочери. Поэтому, но нужно было подождать, чтобы дочь достигла совершеннолетия. И как только дочь достигла совершеннолетия, наша Эвелина дала Бальзаку согласие. И вот четвертый раз он уже проезжает через Краков у нас в 1850 году, чтобы уже пожениться. Поженились они в марте 1850 года в городе Бердичеве. Вот в четвертый раз в Кракове Бальзак был уже со своей молодой женой. Поскольку в первый раз Бальзак приехал на почтовом дилижансе, то он сразу оказался в этом не самом красивом районе Кракова – Страдами. Это бывшее предместье. Здесь находилась австрийская таможенная служба и почтовая станция. Отсюда же и отходил дилижанс на Львов, в который Бальзак должен был пересесть. Поэтому, ожидая задержавшийся дилижанс, писатель заночевал в этом самом районе – в отеле «Под белой розой». Это был дом номер 13. И в 1850 году с женой Эвелиной он тоже здесь останавливался. Однако позже ошибочно было решено, что он жил в отеле «Под розой», который находится в самом центре Кракова. И именно на этом отеле даже была установлена табличка, не совсем корректная, что Бальзак останавливался здесь в мае
1850 года. А Бальзаку в его первый приезд в 47 году Краков очень не понравился. Он даже в своих записках написал очень обидную для краковчан фразу, что он увидел здесь труп столицы. Труп столицы. Вот. Но, может быть, причина была в том, что буквально год за год до того, как Бальзак приехал сюда, в 1846 году, здесь было восстание в Кракове против австрийцев, вообще против тех властей, которые здесь находились, еще российские, прусские власти. Была попытка освободить Краков, освободить Польшу в целом, но она провалилась. И представьте, какая ситуация была даже вот с Вавельского холма, бывшей королевской резиденции, с королевского холма Вавеля, город обстреливали австрийские солдаты, то есть горожан. То есть, может быть, из-за этого Краков еще был не совсем прибран, не совсем хорошо выглядел.